Ну ладно, пошли, значит, по операм. Премьера оперы сегодня, она исполняется второй раз в жизни вообще здесь, да. В России опера называется «Суд». Дед концерт. Посвящается то нашему суду, всему. Как у нас это, не хамоническое, какой суд сейчас у нас Басман. Такой? Басманный, да, это именно рицательный уже. Басманный суд. Да, на самом деле, вот я вспоминал самую удивительную судебную мудрость, я вычитал в свое время в калмыцких народных сказках. Там, когда приходили люди к хану, там, к судье какому-то, и человек гениально их рассуживал. Последняя фраза была такая: «И тогда я все разрешил. Кто прав, пощечина, кто не прав, две». То есть по морде получали все, понимаете? Вот я так понимаю, что вот это самый справедливый суд, видите, так всем сестрам по мордам, да, и братьям тоже. Ну, короче, суд. Басманный, не басманный, не знаю. Начинает светлый образ секретаря суда. Суд идет, прошу всех встать, а сесть еще успеете. Судья: ну зачем же так пугать? Все в зале: ах ты так, тебя иди. Судья: вот так вот доброй шуткой начнем мы заседание. Сегодня будет дело, один не мой укор. И есть предположение, что нету оправдания, но строго по закону вам слово, прокурор. Прокурор: начну сначала не для протокола. Душа горит и факты вопиют. Как хорошо, что нету дырокола, а то бы я надел дырку. Мы все идем вперед без передышки, мы бьемся, не жалея всех подряд. А тут, простите, всякие говнишки украсть у государства норовят. От ихних охренительных хищрений сломался молот и погнулся серп. И в результате всяких ухищрений стране был нанесен большой ущерб. Потоки бабок перенаправляя, они забыли, что их ждут срока. Короче, есть статья и часть вторая, от 38 до 40. Судья: что ж трудно возразить, суду почти все ясно, тем более, что сам уже перезвонил. Но чтобы там тип-топ, все с прессой безопасно, желаем, чтобы нам защитник доложил. Судья: адвокат: заметьте, что душой горю я тоже. Прошу, внесите это в протокол. И все же обвинению не гоже. Прокурор: обвинение может и пороже. Адвокат: прошу, и это тоже в протокол. Судья: хорош базарит, блин. Суду вообще все ясно, тем более пока короткие гудки. Но то, что было здесь, все было не напрасно, и не должны страдать младенцы-старики. Адвокат: конечно, господин судья, но все же не надо, чтобы в обществе раскол и мир юриспруденции тревожит. Прокурор: а можно и пруденции пороже. Адвокат: о боже, боже, тоже в протокол. Судья: короче, Сочи, блин, об этом через годик. Пока еще никто об этом не звонил. А шо ж молчком молчит моральный наш уродец? А что ж не говорит последних слов дебил? Щелчки, фон, офисная музыка, пуканье, напряженное размышление. Ваш звонок очень важен для нас. Голос из-за: вы уж простите, что из Лондона по скайпу, но на Москву билетов нету, вот и беда. А как я честный человек, то так и знайте, что я готов чистосердечно и всегда. И что бы там, и кто бы там ни говорили, и не писали в желтой прессе ерунду, я вам купил особнячок на Пикадилли.
Вы прилетайте, и я сразу к вам приду. Напряженное молчание. И все-таки ваш звонок очень важен для нас. Адвокат. Здесь пахнет оглушительным признанием. Прокурор, на месте вы проверить, хоть не врет. Судья. Короче, закрываем заседание. Когда на Лондон первый самолет? Секретарь. Прошу опять все встать, поскольку суд ушел. Вот только что вот здесь, и был таков. Но нам не привыкать, нам очень хорошо. Ведь наш родимый суд, ведь наш родимый суд, ведь наш родимый суд. Судей всех судов, судей всех судов, судей всех судов. А он ведь наш родимый, наша любовь, барабанов.